Теплосети, как автомобиль, требуют регулярного технического обслуживания. Так в Т-Плюс прокомментировали гидравлические испытания. Они уже стартовали в Кирове. Уже опрессовали 9 участков. Из них на 3 обнаружили дефекты. Это касается улицы Азина, Дерендяева, Милицейской. Сейчас идет подготовка к ремонту. Энергетики пообещали, все прорывы будут устранять в кратчайшие сроки. Вся территория Кирова поделена на 314 участков. И каждый из них будут проверять. Технически на сами испытания отводится неделя. И если с трубами под давлением ничего не случится, потребителей снова подключат к горячей воде. Если же при проверке произойдут прорывы, потребуется время для их устранения. Следующий по графику участок – район Цирка и Октябрьского проспекта. Уже 5 лет подряд мы проводим с помощью специальных опрессовочных машин комплексов. Это гораздо эффективнее, чем опрессовывать СТЭЦ по двум причинам. Первое, когда прессуешь СТЭЦ, выявляется сразу много-много дефектов на трубах. И потом в течение всего лета где-то устранили быстро, и люди получили горячую воду быстро, а где-то приходится ждать месяцами. Вот такое было, пока не появились эти комплексы, и мы не разделили город на участки.